На-на-на-на-на-на-на. Всем привет, это ПЖ. И мне приехала раз-колонка. Она Bluetooth. В данный момент она заряжается, а звук уходит на... Точнее, вот звук с этой. По проводу и в эту. И получается режим стерео. Это питало, пока заряжается. 6,5 ватт каждая. Все включено к ноутбуку. А вот такая штука. Ощущение счастья и радости заменяют сладости. 6,5 ватт дерева. Дерево. Грибах монитору. Ну, на самом деле, свой досуг. Это самое. На самом деле, что-то с ноутбука не очень громко звук на выходе получается. А так с мобилы, если, то можно даже управлять эквалайзером, если у вас есть Power Amp на Android. Звук достаточно добротный, басы хорошо переносят. В принципе, не сильно затыкаются от басов, так что слышно хорошо, четко, нет завалов по частотам, как средние, так и средневысокие и низкие хорошо достаточно звучат. Басы очень хорошо, добротно, прям чувствуется, что это прям дерево реально. Тут у нас, ну как и везде, воздуховоды, память на несколько устройств. То есть, грубо говоря, мы выключаем. Это у нас включаем питание, оно у нас сейчас на зарядке. Включаем. Горается лампочка. Поиск своих как это? Вот, чирикнуло. Чирикнуло, это говорит о том, что она узнал какое-то устройство, с которым было сопряжено ранее. Вот. Ну, если, конечно, не близко стоят, они друг на друга начинают влиять. Давайте что-нибудь вам другое поставим. Вот почему-то. Так. Это, блин, Wi-Fi не то. Эй, блин. Ну, короче, громкость максимальная, почему-то усиления толком нету. Имей поцелуй. Засада. А по цене? А цена? Сейчас вспомню. 4800 с учетом доставки в Рашо. Мне прислали две, потому что я думал, что одну сперли, шла очень долго. Думал, потеряли окончательно, прислали вторую. Спасибо, Верс. Спасибо за дерево. Отличное качественное. Спасибо.